Разговоры о важном продолжаются. О роли учителей в развитии общества со студентами Чувашского государственного педагогического университета говорил министр образования республики Дмитрий Захаров. Руководитель ведомства рассказал о мерах поддержки и мотивации молодых специалистов, а также подготовки будущих кадров. Подробности в следующем материале. Если педагога обучат в ВУЗе, то дальше все зависит от наставников. Им и посвящен этот год. В своем разговоре о важном Дмитрий Захаров сам задавал вопросы студентам. Уже скоро им самим предстоит перенимать опыт у коллег. Наставник — это просто руководитель даже, если вот правильный руководитель. Он не будет считать себя руководителем, а он будет как бы наставником для тех, кто работает в его окружении. Это тот самый важный человек, как мама, наверное, даже можно сказать, который вот именно направляет молодых педагогов. Вам нужна поддержка коллектива, вам нужен психологический комфорт, вам нужно наставничество более опытного человека, который вас за руку ведет этот педагогический коллектив. Мы понимаем, что и государство, во-первых, вкладывалось на протяжении 4-6 лет в ваше развитие, ну и самое главное, вы для себя определили любимую профессию, с которой вы решили связать жизнь, и вам надо творчески реализовываться. Наша страна славилась тем, что мастера учили подмастерьев и так далее, и так далее. Роль учителя сейчас выходит на первый план. В республике приняты меры для того, чтобы поддержать молодых специалистов. Для тех, кто приходит работать в школы на селе и малых городов, предусмотрены единовременные выплаты, увеличенные оклады для педагогов. Стимулировать материально, конечно, важно, но есть и идеологические ценности. Ректор университета считает, что сейчас система подготовки кадров наверстывает упущенное, делая ставку на плотную связь молодежи и наставников. Советники директоров школ по воспитанию, или как их назови, которые отвечают и взаимодействуют с ребятами, это очень важная миссия. И при том на эту должность назначаются даже студенты старших курсов, магистранты наши. И я очень доволен своими выпускниками, потому что они привлекают молодежь. Это очень важно, найти взаимопонимание. И это не просто советники, это люди, которые обеспечивают преемственность, связь между молодым поколением и взрослым, как мы считаем, педагогами. В рамках проекта «Разговоры о важном» со школьниками и студентами встречаются каждую неделю, обсуждают актуальные темы. Каждую неделю наши классы, руководители, советники по воспитательной работе, общественные деятели приходят в нашу учебную аудиторию для того, чтобы рассказывать о современном состоянии российского государства, общества, об историко-культурном наследии нашей страны, о взаимоотношениях как с восточными странами, так и с западными странами, и многие другие темы, которые позволяют в первую очередь перевести разговор именно в плоскость диалога. На таких занятиях педагоги и сами узнают больше о своих учениках. Чем живут дети, что их волнует, это и есть главная задача проекта. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков, Республика.